Прайс. Смотрите, какая милота. Такие, такие. Сейчас я приподниму и покажу. Вот такие сердечки. Вот такие вот открытки. Даже прищепки с сердечками есть. 10 штук в наборе. Такие вот сердечки. Гирлянда. Такие сердечки. Это такие китайские шары запускать. Разных расцветок. Самонадувающийся шарик сердца. В прошлом году он там тоже был. На палочке. Вот такие сердечки. Декоративные наклейки. Такие шарики, как, не знаю, они какие интересные. Не как 3D, а не знаю. Вот такие вот машинки. Они выпуклые. И вот такие шарики. Появились уже открытки с 8 марта. Смотрите. Гирлянда, сердечки. Вот таким образом они висят. Баннер. Вот таким образом будут висеть. Магнит Валентинка. Вернее, Валентин. Все одинаковые. Сувенир. Мерцающий цветок. Вот такой. Такой вот ночник. Вот такие декоративные наклейки, сердечки. 30 на 35. Гирлянда, сердечки. Вот такие вот на батарейке. Это музыкальная открытка. Сердечко. Украшение декоративное сердце. Две штуки мы туда увидели. Вот здесь много сердечек. Шары воздушные. Вот с такой вот тематикой. Я тебя люблю. Украшение сердца. Вот таким образом оно открывается. И будет сердце. Блокнот сердца. Вот такой симпатичный блокнотик. Симпатичные пакетики подарочные. Бумажный фонарик. Вот такой он будет в виде сердца. Он там даже музыкальный какой-то. Вот такая гирлянда. Тебе были красные сердечки, а это белый прозрачный. Юль, не сможешь уложить запас? Пакет подарочный. Вот такой вот. В виде таких сердечек, растущих в горшке. Вот такой пакет. В виде тюльпанов. Симпатичный. 26 на 32. Такие сердечки тоже пакет подарочный. Привезли вот таких прекрасных ангелов. Фигурка, сувениры, сувенирная ангел.
Затем вот такие альбомы. Фотоальбом «Приятное воспоминание» 10 на 15. Декорации для цветочных композиций, сердце. Много вот таких сердечек. Аромалампа в виде слона. Тоже новая. Свеча сердца. Вот такое сердечко. Салфетки для лица. Удаляют жирный блеск, не нарушая макияж. 30 штук. Игрушка «Космический меч». Нажмите на кнопку, меч начнет светиться. Вот такой огромный, большой меч. Лопатки для снега. Поздравительные открытки. 12 штук разные. Подставка для телефона и визиток. Слава российским мужчинам. Уже привезли к 23 февраля. Затем вот такие. Просто с праздником. Еще у нас есть от всей души. Такая. И вот. Часы за 99 рублей нам привезли новые. В таком дизайне. Такие вот. Просто черные. Такие чехлы для телефона, силиконовые, на веревочке. Набор магнитов. Уже с тематикой, с такой 23 февраля. Такой набор с котятами. Новые кружечки, чашки, вернее, чашка 340 миллилитров с маками, такие цветочки, привезли нарядные тарелочки. 25 сантиметров. Давайте посмотрим, какие есть. Все тарелочки. Таких не было. Паутинка. Такие вот. Лучистые кристаллы, выращивание кристаллов, синий, белый, и зеленый. За 2 дня выращиваются. 99 рублей. Появились новые блокнотики. Зеркальцем с сердечками. Такое. Вот такая, такой блокнотик. Такой. С цветочками. Ну, с совушками. Блокнотик со светоотражающей обложкой. Новинки женские носки махровые, такие разных цветов. Такие со снежинками махровые. А
такие вот спортивные. Извините. И других разных расцветок тоже есть. И фиолетовый, и розовый. Такие, посмотрите, какие лен льняные. И вот такие с собачками. Такие вот. 55 рублей. Вот такие носки женские. Разных расцветок. С сердечками даже носочки. И вот с такими сердечками. Такие интересные горшочки. Конусные какие-то. Вот такие рисуночки. Горшок для цветов. 18 на 15 сантиметров. Игрушка для собак. Игрушка-кормушка называется. Что-то новенькое. Цвета разные. Желтый, синий. Такие вот тапочки шлепанцы с открытым носиком. 99 рублей. Туфли домашние. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Не забывайте жать на колокольчик. Пока-пока.